Чтобы рыбку съесть, нужно ее сначала поймать. А чтобы поймать, нужно купить лицензию. Во всяком случае, если речь идет о вылове симы. В Анивском отделе главрыбвода ихтиолог Людмила Макеева продает заветные бумаги. Рассказывает, что желающих приобрести путевку на законную рыбалку много. Цена для такой ценной породы скорее символическая. Лицензию можно приобрести у нас здесь в отделе или на месте лова на реке Урюм. Цена одного экземпляра 160 рублей. Всех желающих мы приглашаем на лицензионный лов. Ловить можно удочкой и спиннингом. Нерестилища симы чаще всего располагаются в верховьях рек в ключевых притоках. Как и у всех остальных видов лососей, икры откладывают в гнезда на галечных грунтах со слабым течением. После нереста все особи погибают. Для лицензионного лова в Анивском районе отвели два участка. Первый – это река Урюм. От автомобильного моста 1,5 км вверх по течению. Второе место – это река Тамбовка. Тоже вверх по течению и снова 1,5 км от устья. Владимир Иванов себя заядлым рыбаком не считает, но периодически выезжает на берег моря или реки. То, что лов симы ограничен, считает правильным, иначе рыбы просто в реках не останется. Рыбачить разрешено только классическим методом, никаких кошек и тем более сетей. Мы относимся хорошо, конечно, покупаем. Уже купили лицензию? Лицензию, да, почти что, да, уже. Сима попадается? Ну, здесь, наверное, ловит, я не знаю, я только приехал. Не поймал ничего. Что касается наживки, то лучшей приманкой для лосося является он сам, точнее красная икра. Свежую или соленую варят, затем скручивают в тампоны. Если вода еще мутная, то ловить лучше на раздавленные икринки, чтобы наверняка привлечь одну из самых вкусных на острове рыб. Евгений Коньков, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ.